Максим! Максим! Здравствуйте. Здравствуйте. Я Марта, новая горничная в доме Хорошиловых. Очень приятно. Меня зовут Леонид. Чем обязан? Вот это приглашение на день рождения господина Хорошилова. Для вас и вашей супруги. Очень любезно с вашей стороны. Очень любезно. Сейчас в основном норовят, знаете, по электронной почте прислать или позвонить. В том случае, если вообще вспомнят о тебе. Что с вами? Простите. Нехорошо? Наверное, просто сахар в крови упал. Могу ли я вам помочь? Если можно, буквально чашку сладкого чая. Разумеется, нет проблем. Я буду вашей прислугой. Проходите. Простите, мне неловко. Ничего, ничего, ничего. Потом как-нибудь отблагодарите. Значит, все это произошло здесь? Полиция приказала строго-настрого ничего не трогать, ни к чему не прикасаться. Даже не представляю, как вы все это пережили. Я, знаете, ее даже однажды сфотографировал. Лару. Она... Такая милая. Да. И умная. Вообще, знаете, она была такая жизнерадостная. Она была такой живой. Когда была живой. И очень яркой и весьма амбициозной. А ты, Марта, ты амбициозная? Зависит от обстоятельств. Если мы с тобой станем друзьями, я устрою тебе любые обстоятельства. Сейчас фото вышлю. Марта? А ты что тебе надо? Садись в машину. Да пошел ты. Эй! Я сказал, сядь в машину. Поехали. Thank you.
потім він обійняв мене так міцно-міцно. Зазирнув у самісінькі очі і сказав: «Мамусю, твоя кашка – найсмачніша кашка у всьому світі. А знаєш, чому, мій маленький? Тому що я варила її для свого синочка з любов'ю. Так само, як варила її сьогодні і для тебе». «Чиї це труси? Це не мої труси!» «Как не твої? Я сама тобі їх покупала год назад!» «Чому вони тоді на 2 розміри більше за мої?» «Розтягнулись! Ти ж на 7 не знімаєш!» «Та невже?» «Да!» «А я чомусь не пам'ятаю. До речі, я знаю, хто може пам'ятати. Рита! О, Рита!» «О, господи, ну ти ж сам себе накручуєш! Я прошу тебе, давай обійдемося без сцен при ребенке!» «Рита!» «Ну, Дімі!» «Рито! Рито! Скажи, тільки не бреши. Ти бачила ці трухани?» «Ні». «Що? Де ви взагалі взяли?» «Знаю, це звучить дивно, але я знайшов їх під ліжком». «Ні». «Ну, я ж говорив. Я говорив, що вона не бачила. Це не мої трухани. Я не ношу такий бренд». «Та, бренд? А з каких то пор ти став інтересуватися модою?» «Та до біса мода!» «Ні! Тихше, будь ласка, дитина». «Я ношу італійську білизну через те, що трухани ці щасливі!» «Як же я могла забути? Фінал Кубку УЄФА, да?» «Так, саме так. Я був у них. І відтоді я ношу італійську білизну. А це якийсь непотріб!» «Ладно, я поняла. Ти свій вірний параноїк. Но не смій говорити со мною в такому тоні!» «Рита, чого ти молчиш? Скажи йому, пожалуйста, що ти виділа ці труси 1 000 000 раз. «А ти не тисни на Риту!» «А ти не кричи, ти її пугаєш!» «Хто я?» «Да, отлично! Ти напугав ще й Захара. Тепер сам його успокаювай!» «Так, пробач мене, Риту. Я трішки збентежений, знервований. Так, але скажи мені, будь ласка, благаю, правду. Ти бачила ці трухани серед моєї білизни, так чи ні?» «Ні. Мені здається, що так». «Так здається чи бачила?» «Рита, ти не бойся. Говори тільки правду. Тебе за правду ніхто не уволить. Тільки подумай хорошенько, прежде чем что-то сказать». «Так. Бачила. Багато разів згадала». «Так що це виходить? У мене що, провали в пам'яті?» «Милий, ну ти 3 місяці без роботи. Тут що угодно може случитися. Пойдем». «Дякую, Дім. Вибач, будь ласка». «Ти наставив на мою жену пістолет, Макс, ти в своєму умі?» «Дорогой мой друг, откуда мне было знать, что это твоя жена?» «Марта вообще должна была только деньги передать, и все». «Хватит. Я не могла сидеть сложа руки». «Послушай, дорогая, тебе вообще не стоило приезжать. А тем более устраиваться в этот Авалон. Это очень опасно». «Ты говоришь, что это прекрасное место, в котором работают хорошие люди. Почему тебя так подставили?» «Ты прекрасно знаешь, почему я там оказался. Напомнить? Потому что в нашей поликлинике нет богатой клиентуры. Это был единственный шанс завести полезные связи». «Такие полезные, как этот балбес?» «Так, Макс мой друг, ясно? Я его 1000 лет знаю, он прекрасный сыщик. Если кто-то может вытащить меня из этого дерьма, только он». «Чтобы тебя вытащить, нужен хороший адвокат. Нормальные сыщики работают в полиции. Они строят из себя шпионов». «Я, между прочим, уволился по собственному желанию. И ни капли об этом не жалею». «Нужно еще проверить, почему ты уволился». «Значит так. Если ты по-прежнему нуждаешься в моей помощи, то вот мои условия. Первое. Командовать парадом буду я. И никто другой. Второе. Наша сердобольная женушка, Макс, отправляется во свояси. И как можно быстрее». «Понятно». «Прекрасно. А теперь по поводу связи. Из-за того, что есть риск прослушки входящих звонков, связь держим в одностороннем порядке». «Человечески объясни». «Хорошо. В одностороннем порядке это значит, что мы с Тохой созваниваемся 1 раз в день после 22:00. Желательно с телефона автомата». «Ну, погоди, а если у меня какое-то срочное дело, я могу как-то связаться?» «Если срочное дело, то у тебя будут одноразовые телефоны. Теперь подъем, нам пора ехать. Радзиховские могут меня хватиться». «Прости».
прости. Я тебя втянул во все это, я все улажу. Правда, все будет хорошо. Возвращайся домой. Домой возвращайся. Препарат принимать 2 недели. Я вам написал. 3 раза в день по 0,5 миллиграмм. И будете чувствовать себя лучше прежнего. Да куда уж лучше-то. Паша, вода, как вы просили. Спасибо. Ты свободна? Всего доброго. Выздоравливайте. Всего доброго. Спасибо. Вас на вокзал подвезти или сами доберетесь? Смотрю, тебе не терпится от меня избавиться. Боже упаси. Напротив, я хочу помочь. Спасибо, конечно. Как ты сама, знаешь, до вокзала доберусь и убийцу найду. Опять 25. Марта, мне кажется, мы обо всем договорились. Разве? Я не заметила. Ты что-то говорил, что руки умоешь. Вперед. Может, тебе мыльце подать? Да ты в своем уме, а? Ты понимаешь, какой опасности ты подвергаешь Антоху своим здесь присутствием? Это не твое дело, ты уволен. Довезешь меня до коттеджного городка и все, свободен. Интересно, и кто меня уволил? Не ты ли? Я. Что, можешь искать себе новую жертву? Ой, простите, клиент. Большое спасибо за совет. Но, к счастью, нанимала меня не ты, а твой муж. И увольнять тоже будет он. Прошу на выход. Отсюда пешком дойдешь. Все, приехали. Ты с ума сошел? До дома Хорошилова километров 5. Вот чудесно. Как раз прогуляешься, о жизни подумаешь. Или как ты хотел? Чтобы я тебе к крыльцу подвез? Так вот так не будет. Детектива решила играть. Играй по всем правилам. Давай на выход. Боже мой, как вкусно фуа-гра. Да, да, фуа-гра в этом, как его, кальдавосе. Кальвадосе. Спасибо. Кто бы мог подумать, что у тебя такие золотые руки, Наташ? Прости, мне нужно выйти. Угу. Да, мам. Пизанан-бон, банановый ликер, пожалуйста. С удовольствием. Терпеть не могу эту кислятину. А за фуа-гра отдельное спасибо. Она была божественна. Мы ведь обе знаем, кто ее готовил на самом деле. Я рада, что вам понравилось. Думаю, Лара тоже была хорошей кухаркой. Кухаркой она была никакой, впрочем, как и уборщицей. Наверное, она была хороша в чем-то другом, раз вы взяли ее на работу. Не могла бы ты захаживать... помогать мне по хозяйству пару дней в неделю? Даже не знаю. Я надеюсь, несколько тысяч для тебя будут не лишними?
девочки. Думаю, я могла бы приходить к вам в свои выходные. Замечательно. Остается получить официальное разрешение Натальи. Думаете, с этим будут проблемы? Ну, после того, как она потеряла Нину, думаю, от нее можно ожидать чего угодно. Господи, что ты так подкрадываешься? Так же с Заикой можно остаться. Я выбачаюсь. Я лишь хотела сказать, что Захарчик уже заснул, и я хотела пойти на обед. Какой обед? А, иди. Дякую. Стой! Я хотела с тобой поговорить. Слухаю. Вот эта вот история с трусами. Я надеюсь, ты все правильно поняла. Ну, як вам сказати? Я так і знала. Мой муж посіяв сумнення і в тебе. Звичайно ж посіяв. Бо я зроду не бачила цих трусів серед його білизни. А ви змусили мене збрехати. Я знаю. І в благодарності я відкрию тобі правду. Це труси Еріка. Кого? Эрик — это не мужчина, это дизайнер. Димми ушел из большого спорта, и я подумала, может быть, ему разработать свою линию нижнего белья? Мужские трусы Димми. Как тебе? Ну, звучит непогано. А чому тоді я ніколи не бачила вашого Эрика? Тебя тогда не было, потому что ты... А помнишь, ты уезжала к родителям? Серебряная свадьба. Звичайно, пам'ятаю. Ви дзвонили мені кожну годину, бо Захарчик не міг без мене заснути. Да. Ну і Дімі, куди ти пропав? Поэтому ми з Еріком устроили показ в нашій спальні. Ой, ти б видела, скільки всього він притащив. Поэтому не удивительно, що один із екземпляров завалився з кровати. Ясно. Розкажіть про це своєму чоловікові. І все. Ну, ты же знаешь, какой Димми ревнивый. А к тому же это сюрприз к его дню рождения. Ты не веришь? Ну, хочешь, я поглянусь тебе самым дорогим, что у меня есть. Здоровье. А, ні, не треба. Не треба, це зайве, пані Вікторія. Звичайно, я вам вірю. І мені дуже шкода, що вам прийшлось подібне пережити, тому що ревнощі це дуже принизило. Ой, Ріта, як хорошо, що ти така понятлива. Я лично напишу тобі прекрасну характеристику для адвоката. Ну, що сказати, Наташ, признаюсь, я огорчена. Да? Угу. До свидания. Что случилось, дорогая? Ты чем-то расстроена? Да, есть немного. Это Хорошилова, ты знаешь, это просто какая-то лицемерная стерва. Да? Она еще ко мне в подруги набивается. Домработница, не может поделиться. Хотя, кстати, Марта совершенно не против работать на два дома. Это Марта тебе сама сказала? М? Сама сказала, что может... Ну да, конечно, что ее кто-то за язык тянул. Ага. А что это ты так всполошился? Я? Как конь перед скачками. Вовсе нет. Вовсе нет. Просто, знаешь, найти хорошую горничную так же трудно, как и трезвого грузчика. Кроме того, отказать тебе – это почти то же самое, что и отказать мне. Я так просто не отступаюсь. Какой ты у меня внимательный, Ленечка. За тобой прям как за каменной стеной. Ам. Ам. Как ты хотела.
любовь приходит и уходит. А мы с тобой вместе. До тех пор, пока смерть не разлучит нас. Рита, ради бога, почему ты еще здесь? Я не можу знайти свою сумку. Так, купите продукты, потом пойдешь гулять с Сахаром в парк. Гулять не меньше часа, ребенку нужен воздух. Яка ви турботлива, матуся. А ты думала? Давай, давай! Ты уже здесь? Ну, заходи через гараж. Так-так, усю кореспонденцію пересилай мені на адресу квартири в місті. Так, я там постійно, поки що. Ну все, мені ніколи. Це холостяцьке життя не таке вже феєричне, як показують у кіно. Ну, як там мої гроші та розлучення? Філіп, все не так просто. Тобто? Кроме документов Жаклин, я просмотрел еще твои счета. Ну? Год назад ты перевел 80% своих сбережений на офшорный счет. Почему это выяснилось только сейчас? Ну, зрозумій, Стас. Усі ці антикорупційні бюро і податкові декларації. Я ж просто держчиновник. Мені не з руки світити справжні прибутки. Я все понимаю. Но почему ты не сказал, что этот офшорный счет зарегистрирован на имя Жаклин? Ты знаешь, вона фінансами ніколи не цікавилась. До того ж. Пару років тому я оформив на себе довіреність на право підпису. Це все спростило. Тобто? О мільйонах на офшорному счеті Жаклін ні сном, ні духом? Та вона не знає, скільки у нас кімнат в домі. Фух, ну хоч щось хороше. Стас, благаю. Ну поверни мені мої гроші, іначе я банкрот. Я попробую. А? Ну, ничего не гарантирую. Ой, Захарчик, тетя Рита забігалась і зовсім забула список продуктів. Давай швиденько назад. Оп, ну швиденько. Оп. 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 І ще разочек. Ось так. Опа, ты супер секси. Жаль, камеры нет. Это надо снимать. Ну, если ты возьмешь меня в свой следующий фильм, у тебя появится такая возможность. Рита, в чем дело? Я забыла список продуктов, який вы мне приготовили. Ну так бери этот чертов список и иди куда шла. Доброго дня. И запомни, нет ничего хуже для ребенка, чем расти без матери. О, пані Вікторія, я дуже рада, що ви нарешті почали думати про свою дитину.
Я сейчас о тебе. Я твой Михасик. Марта, а ты уже разнесла пригласительные? Конечно, все сделала. Я слышал, вы говорили о пригласительных. Милая, нам нужно поговорить. А что, с ними что-то не так? Нет-нет, с ними все в порядке. Просто я хотел попросить тебя подписать еще одно приглашение. Для кого? Я знаю, для твоего босса. Милая, это очень хорошая идея. Я хотела предложить. Вообще-то речь идет не о боссе, а о другом человеке. О ком? Об Ольге. Да. Стас, пожалуйста, скажи, что ты шутишь. Но ведь ты же знаешь, сколько я сил вложила в этот праздник. Я впервые готовлю твой день рождения, Стас. Милая, пойми меня. Я все прекрасно понимаю и очень благодарен тебе. Но я не могу Ольгу так вычеркнуть из своей жизни. Ей сейчас очень одиноко. Вот уж нет. Можешь считать меня кем угодно, пусть даже самой бездушной стервой, Стас. Но мне плевать на то, что чувствует твоя бывшая. Теперь у тебя есть я, Стас. А твое прошлое должно остаться там, где ему и место, в прошлом. Абсолютно правы, Ольге действительно нет места в этом доме. Еще я хотела бы вам сказать, что я не считаю вас бездушной стервой. Так бы поступила каждая, кто любит своего мужа и готова за него бороться. Спасибо, Марта, мне это очень важно. Еще я хотела тебе сказать, что я не из-за стервозности не пускаю тебя к Радзиховским. Просто они очень плохие люди, поверь мне. И тебе стоит держаться от них подальше. Еще у нас так смачно пахнет. О, це наш майбутній обід. Угу. Ось, на перше борщ. На одній лише кістці, без м'яса. Дуже наваристий. А ось ікра. І, погадайте, що? Морської капусти. Самі вітаміни. А ось хіт нашої програми – пиріг для бідних. Пиріг для бідних, як екзотично. А це що? Це напість з цикорією. Дуже корисна, до пиріжка. За півгодинки вже будемо обідати. А це що? А, це нова покоївка Хорошилових. Принесла запрошення на звану вечерю. Я вас турбувати не стала, ви ж їх не дуже шануєте. Поки в них командувала та скажена Ольга, так. А ця новенька Наталя – дуже приємна людина. Треба дати їй шанс. Чекаєте обід? Поклич садівника. Йому пиріг для бідних точно сподобається. Хоча борщ без м'яса, напевне, теж. А я піду давитися ікрою. Із шампанським. До Хорошилових. 100% економія. Віки спить зі своїм режисером? Так. А разве не з дровосеком з цих серіалів? Ну і кіно! Ай. Дівки, як ви не розумієте? Він на таке не заслуговував. Хто? Дровосек или режисер? Дмитро. Він світла людина. І міг би обрати собі кого завгодно. А сплутався з цією Вікторією. Що ти збираєшся робити? Розкажеш все хазяїну? Ну, звичайно, а як же? Він заслуговує знати правду. А ти уверена, що він хоче знати правду? Измена – это очень серьезно. Ну, расскажешь ты Шевчуку. Плохо будет только ему. И больно. А не Виктории. А что же, Роті, мовчати? Ось мы здихалися, Старихина, и все, счастливі. Ну, як нам поки що важкувато, але нічого, оговтаємось. Конечно, тебе решать, Рит, но ты должна понимать.
Твои слова могут разрушить семью. Марта, я слышал, что ты спишь и видишь, как бы поубираться в нашем скромном доме. Это так? Я так понимаю, вам тоже нравится эта идея? Еще и как. Я обожаю целеустремленных женщин, знающих толк в уборке. Но хочу сразу предупредить, тебе придется всерьез попотеть, поскольку наш дом действительно полон грязи. Грязью меня точно не испугаешь. Если от бедности еще можно как-то избавиться, то от жадности никогда. Что это было? Господи, испугала меня. А ты из пугливых? Я думал, наоборот, даже грязи не боишься. А что это ты у нас, из полиции нравов? Или, может, ревнуешь? Слушай, раз уж ты все равно путаешься у меня под ногами, так хотя бы делом займись. А, вот как? Раздаешь поручения тем, кто платит тебе деньги за работу? Что случилось? Марта, хочешь помочь своему мужу, помогай мне. Следствие в тупике? Помощь нужна? Просто ответь, да или нет. Посмотрим. Щось хотіла сказати? Взагалі-то так, але не знаю, з чого почати. Тільки не кажи, що тобі запропонували інше місце. Захарчик так прив'язався до тебе. Ми цього не переживемо. Ні-ні-ні, зовсім не це. Давай. Та я насправді просто хотіла вас запитати, чи ви щасливий? Ти про Вікторію? Так, може здатися, що у нас не ідеальні стосунки, але 3 роки подружнього життя пов'язують з кризою в стосунках. Я читав, треба просто почекати. А тим паче у нас є Захарчик. А заради його щастя я готовий на все. Ви дуже хороший батько. Дякую. Рето, а що сталося з батьком маленького Михасика? На нього напали. Біля відділення банку, коли він збирався відправити гроші до дня народження сина. Можливо, якби не чинив опору, то залишився б живим. Ось так. Який жах. Я співчуваю. Я впевнений, в тебе все буде гаразд. Давай, Захар. А можна мені, будь ласка, ще вдову кліку? А то мені навіть страшно уявити, чим Віра замінить мені шампанське. Одну секундочку, зараз прийшлося. Дякую. Господа, мені кажется, саме время произнести тост. Он і є. Ти от мене не можеш ускользнути. Моїм ти будеш до останніх
Ней. И у меня зависимости нет. Не опасаюсь я твоих измен. Твоя измена – беспощадный нож. Откуда она узнала? Я не отправляла ей пригласительный. Да, вы правы. Приглашение так и не дождалась. Вот это сердце я хотела подарить нашему дорогому юбиляру. Но потом решила поступить с этим сердцем так, как он поступил с моим. Мерзавец! Как ты мог? Ты променял меня на эту! Как ты мог? Я ненавижу тебя! Как ты мог? Да. Ну что ж, браво! Молодец! Просто молодец! Ну что ж, а теперь обещанный тост. Марта, я не знаю, что бы я без тебя делала. Ты мой ангел. Если ты не передумала работать в нашем дурдоме, то милости прошу, без испытательного срока. Спасибо. Я так понимаю, ты Димме ничего не сказала? Не сказала. Але зробила це не заради вас, а заради вашого сина, який не має рости без батька. Як знаєш. Так, і ось ще. Бачите цю білизну? Подивіться, подивіться. Я випрала її трьома різними видами порошку. Але по-справжньому чистою вона вже ніколи не буде. Но это несправедливо. Ну, что поделать, жизнь вообще несправедлива. Ну, так что, мы договорились? У вас все в порядке? Да, все хорошо. Мы как раз говорили о тебе. Наталья Ивановна любезно согласилась отпустить тебя к нам. Вот как? Когда у тебя ближайший выходной? Завтра. Я не смею тебя задерживать, но помни, завтра ты мне нужна. Полная сил. И энергии. Угу. У вас точно все в порядке? Да, вполне. Мне просто нужно отдохнуть. Можно еще один вопрос? А что он вам сказал? У Леонида Радзиховского всегда найдется веский аргумент. Для всех. Я уже везде убрала, остался только ваш кабинет. Ага. Ну, хорошо. Максим, оставь ненадолго нас. Стоп, стоп, стоп. Нет, нет, нет. Нет, не туда. Это ведь белое вино. А здесь вино красное. Белое с красным не дружит. Ну и порядок должен быть. Простите. Давай без этого обойдемся.
Мы с тобой просто сядем и поговорим. Посмотрим друг другу в глаза. Как старые друзья. Выпьем вина. Ты ведь хочешь быть мне другом? Врагом вашим я точно быть не хочу. Вот. Да. Да, но уборкой мне все равно нужно заняться, простите. Ну, хорошо. Вы, наверное, любите наблюдать, когда девушки убирают? За Ларой вы, наверное, тоже наблюдали? Лара была моей музой. И она так вдохновенно убирала. А почему ты спрашиваешь? Потому что она умерла в этой комнате. Разве это недостаточный повод для любопытства? Это ж какая горничная так выражается. Наверное, та, которая умеет читать. Та, которая умеет читать. Прости меня. Ничего. Прости, на секундочку. На секунду. Алло. Да. Да, я думаю, да. Что? Что? Не ждал меня снова увидеть в доме Радзиховских? Признаюсь, я тебя недооценил. Ты будешь так сидеть? Ты можешь поможешь мне найти хоть какие-то улики? Давай! Какие улики, Марта? Здесь прошло стадо полицейских, потом криминалистов и еще гостей, которых Радзиховский водит сюда на экскурсию. Даже если что-то и было, уже ничего нет. Только убийцу до сих пор не нашли. Радзиховский педант. И что? Смотри, книги. Первый, второй, третий, четвертый, пятый том. Она не может тут стоять. Записка. А тебя не учили, что совать нос в чужие дела – это плохо и это вредно для здоровья? Не учили, нет? Просто хотела поставить книгу на место. Место нужно знать свое. Вон отсюда! Убирайся! А ты в оба смотри, когда тебе говорят –